В Якутии подведены итоги межрегионального конкурса «Биркюн» под одним солнцем. Это первый межрегиональный интерактивный конкурс современной песни в жанре этнопоп. В творческих состязаниях певцов приняли участие 11 регионов России. Призовой фонд конкурса составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. Гран-при конкурса присуждено Айдару Сулейману из Республики Татарстан. Победитель СМС-голосования Айсен Амосов, представитель Якутии. Оба призера получат по 500 тысяч рублей. Наш артист Сайдаш Мангуш стал лауреатом первой степени. Лауреаты, занявшие первое, второе и третье места, получат 300, 200 и 100 тысяч рублей. Финал конкурса «Биркюн» смотрите сегодня на нашем канале в 20:00.